Новый предпраздничный журнал у магазина «Локал» с 18 декабря. Покупаю только самые интересные позиции. В этом видео и покупаю, и дегустирую. Показываю вам весь новый журнал, ставьте на паузу и увеличивайте. Очень интересный продукт, икра стольная, это имитация с лопающимися икринками. Полкилограммовая банка за 38 лей. Производство Беларусь. Открываем, пробуем, смотрим, как они лопаются. Пахнет икрой. Пробую. Вот длинный состав, кому интересно, читайте. Все икринки действительно лопаются, это очень похоже на настоящую икру. Приятная лопающаяся структура с ненавязчивым рыбным вкусом. Основное отличие, по которому можно отличить, что эта икра не настоящая, это более плотная желеобразная оболочка, которая у настоящей икры намного тоньше и нежнее. Уверен, что большинство людей даже не поймет, что ест не настоящую икру, если это будет бутерброд с маслом и с икрой. Печень трески, производство Исландия, 120 грамм за 30 леев. Пахнет очень вкусно. Очень нежная, мягкая, без побочных вкусов и в меру посоленная. И как вы видите, совсем капля масла. Можно брать. Сервелат сырокопченый за 180 леев килограмм. Обязательно беру на пробу. Сервелат от Митхаус. Этот батон весит 350 грамм, вышел на 63 лея. Это сырокопченая колбаса и на срезе выглядит очень хорошо. Пробую. Яркая по вкусу, плотная, однородная, без побочек, без жил, без хрящей. И насколько я помню, у Митхауса такие колбасы были всегда хорошего качества. Твердый сыр от бренда Valio, 12 месяцев выдержки. Производство Эстония, здесь 180 грамм, стоит 50 леев сейчас. Аромат приятный, пробую. Это, конечно, не пармезан, он намного мягче, но такой же рассыпчатый, яркий, нежный вкус, но есть какая-то побочка. Не сильная, но есть. За свои деньги отличный сыр на праздничный стол. Либо это вкусовая особенность именно этого сыра. Отличный чай Лавари от Сорти, 32 пакета за 28 леев, отличная скидка. Беру две коробки. Семилетний коньяк за 96 леев, этот бренд я не пробовал, но звучит неплохо. Горошек, кетчуп, кукуруза с хорошей скидкой, возьму в другой раз. Новая криковская шампанское, гипнотик Росе и гипнотик Маската по 60 леев за бутылку. Шампанское Бачо Диболи в ассортименте по 50 леев за бутылку. И Лакрима Дулча от Крикова за 65 леев, беру для другого видео. Еще на скидках интересный подарочный набор от Old Spice за 90 леев. В других магазинах за этот набор цена выше 100 леев. А шампанское, которое я купил, смотрите сравнение в следующих видео. С вас лайк, подписка и комментарии, друзья. Не пропускайте новые видео. Пока!